Это просто. Я был в этой машине. 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 Это просто. Да, два трупа. Это первые минуты после страшной аварии в центре Москвы. Снимает и комментирует один из участников аварии, известный стример Никоглай. Только что на скорости в меня въебались. Это моя машина. Это мой Порш. А в меня въебались. Вон те двое. Авария произошла в ночь на 6 мая около Белорусского вокзала. Никоглай, настоящее имя Николай Лебедев, вместе с бойцом ММА Асхабом Магомедовым и подругой попали в жуткое ДТП. У меня сотряс, у Асхаба разбита нахуй голова. Покажи, где? Вот, разбита нахуй голова. Ира, у тебя... Да, не снимай, Коль. Телефон нахер. Белый Porsche Panamera Никоглая влетела каршеринговая Kia, в которой было двое. Они летели на скорости 100 плюс километров на красный. Я так понял, там два трупа. Я так понял, они умерли. По данным СМИ, погиб водитель каршеринга. Его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Стримеры и его попутчиков тоже госпитализировали. Как будто мне проблем в жизни не хватало. Это мой Porsche, пи***ц, парюсь за Porsche, когда чуть не сдох. Тоже умник нашелся, блядь. Как машину настолько в тотал разъебало, блядь.